Юбилейный концерт «Рожевая пантера 25» прошел 7 марта в киноконцертном комплексе. Полный зал зрителей, 40 номеров, более 3 часов качественной музыки от 80-х до современных хитов. И, конечно, поздравления бессменного руководителя Татьяны Денисенко за ее благородный и многолетний труд. Цей чудовий колектив, вокальна студія «Рожева пантера», претендує на присвоєння почесного звання «Зразковий художній колектив». І якщо ми з вами сьогодні відпочиваємо, то для них це робота дуже відповідальна. У них сьогодні день. І я щиро дякую колективу, щиро дякую керівнику вокальної студії за ту роботу, яку вони роблять. І я сподіваюся, що мене зовсім небагато часу, і ми будемо вітати Рожеву Пантеру уже з присвоєнням цього почесного звання. І маю сьогодні виконати ще одне доручення, доручення міського голови. Тетяну Миколаївну, прошу. Вона працює. Денисенко Тетяна Миколаївна нагороджується грамотою міського голови за сумлінну працю, високу професійну майстерність та з нагоди 25-річчя вокальної студії «Рожева Пантера». Зичу вам добробуту, злагоди, оптимізму та гарного настрою. Нехай ніколи не вичерпується ваша енергія і бажання працювати на благо славутичан. З повагою, міський голова. Ну і трошки на цукерки. Дякую. Начали концерта пели нинішні ученики «Рожевої пантери». Села і міста на вулиці ждуть отпечатків наших ног. Звездная пыль на сапогах. Мягкое кресло, плечистый плед, не нажатый вовремя курок. Солнечный день в ослепительных снах. Группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве. Фотография. Поздравили Татьяну и выпускники «Рожевой пантеры». «Рожева пантера» – це, звісно, не тільки анімаційний герой. «Рожева пантера» – це великий алмаз, найбільший алмаз, який, дякуючи таким чудовим керівникам, талановитим, стає таким діамантом
граненим діамантом, яскравим діамантом, прикрасою творчості не тільки нашого міста, не тільки Київської області, а всієї України і, мабуть, всього світу, бо вони вже відомі у всьому світі. Відриваю від серця. Це не просто рожева пантера. Мені подарували її в 96-му році, коли я була в Німеччині. Я сподіваюся, що вона 95-го року, тому їй теж 25 років. Були на концерті і необычні дуети. Отець і дочь Дудкіни. По Белгородскому зайду в свою Прибалтику, как здорово в Слободище, с тобою я живу. Город нужно сердцем понимать и душою петь, творчество всегда в себе искать, всех теплом согреть. Есть в уютном доме уголок, в нем мелодия слышна, как надежда островов. Для нас нужна лишь ты одна. Журналісти Інтера і ТБ «Медіадом» Таміла і Даніла. Білі троянди не захищені шиби. Воспитанники «Рожевої пантери», которые не смогли приехать на концерт, прислали видео поздравления из Польши, где сейчас учатся. Спасибо за поддержку, поскольку вы им дали тот толчок в жизни, что я начал заниматься музыкой. Это было очень неожиданно, это было очень спонтанно. Мне очень жалко, что я не смог приехать на концерт на 25 лет студии, потому что у меня экзамены. Дорогая Татьяна Николаевна, мне очень сильно хочется пожелать нашей студии большого процветания, больших и, ну и пускай даже маленьких, но побед. Мне очень хочется, чтобы ваши детки вас всегда радовали, занимали призовые места на конкурсах, чаще ездили куда-то на конкурсы. Мне бы очень сейчас хотелось находиться рядом с вами. День рождения наступает, мы пантеру поздравляем, и мы вот так решили улыбаться всем пошире. Группа «Зварена в Украине» пыталась предложить Татьяне спеть вместе с ними, но она отказалась. Поклонники Джо Дассена устроили дополнительную световую иллюминацию под песню в исполнении Димы Гаврилина. А под песни белорусской звезды Турана в зале даже танцевали. Еще! Подойди ко мне поближе. Сердце громко стучит, значит это правильный бит. На танцпол тебя манит, ты меня в толпе увидишь. Я спою тебе этот хит, голову твою закружит. Взгляд твой обо всем говорит. Я обожаю Славутич, обожаю «Рожеву пантеру» и вообще люблю всех здесь. Ну ты завел детей, заставил танцевать практически. Я старался, спасибо. Він неймовірна зірка, він же ж просто справжня зірка Білорусі. Наша телекомпания показала концерт «Рожевая пантера» в полном объеме в прямом эфире. А счастливую Татьяну Денисенко, руководителя «Рожевой пантеры», в конце концерта завалили цветами и поздравлениями. Спасибо вам, дорогие мои родители, за понимание, за поддержку. За терпение. Я вас очень уважаю, очень люблю. И каждого в отдельности, и всех вместе. Вы самые у меня замечательные. Неталантливых детей не бывает. Они просто или не дошли к нам в палац, или не... еще пока нету у нас на студии. Не было бы моих детей, моих учеников, наверное, бы не было бы меня. В ближайшие три пятницы смотрите на нашем канале «Музыкальные вечера», в основу которых лег юбилейный концерт «Рожевой пантеры».